С июля 2016 года вступил в силу федеральный закон о новом порядке применения контрольно-кассовой техники. Старые аппараты пора менять. Очень удобно, что регистрацию нового онлайн-кассового аппарата можно произвести на сайте УФНС удаленно через личный кабинет налогоплательщика. Регистрация на сайте ФНС, в принципе, занимает немного времени, но при заполнении необходимых данных нужно быть внимательным и осторожным, потому что любая ошибка может привести к дополнительным затратам, и регистрация будет недействительной. При неправильном вводе данных потребуется дополнительная замена фискального накопителя, стоимость которого на текущий момент составляет минимум 8000 рублей. Поэтому лучше доверить эту работу профессионалам, специалистам компании «Кассервис». Они берут на себя полную ответственность за процедуру регистрации и смогут защитить вас от непредвиденных ошибок и дополнительных затрат. Мы обратились в компанию «Кассервис», чтобы установить первый кассовый аппарат нового формата в аптеке поселка Кугеси. Этот аппарат позволяет передавать информацию о расчетах в налоговые органы через оператора фискальных данных в электронном виде. Большой выбор новых кассовых аппаратов, соответствующих законодательству, представляет компания «Кассервис». «Кассервис» уже больше 13 лет на рынке и всегда поддерживает высокое качество обслуживания и уровень сервиса. Здесь вы найдете все необходимое для вашего бизнеса, будь то небольшой киоск, сеть магазинов, ресторан или аптека. «Кассервис» – надежный партнер для вашего бизнеса. Организация «Кассервис» приглашает вас посетить большую конференцию онлайн-кассы «Теория и практика», которая пройдет 9 декабря в актовом зале Чебоксарского кооперативного института. Зарегистрироваться на конференцию и узнать более подробную информацию можно на сайте ks21.ru.